Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Продолжаем Dying Light, пятая серия. Все, что я планировал в предыдущей серии, я больше никогда не буду бегать ночью. Надеюсь, у моей миссии таких больше не будет, потому что это жесть. Смотрите, тут я еще походила, какой-то шоп. Ага. С одной стороны, мы можем продать свою душу, а с другой, пообщаться с продавцом. Купить, продать. Тут все по классике. У меня, конечно, наличных много, но что-то как-то я пока что не хочу их тратить, хотя здесь вот убитый урона 57, прочности 49, можно было бы, конечно, биту взять. Продавать я тоже пока что ничего не хочу. Надо, кстати, эти сюрикены попробовать. Попробовать сюрикены. Так, еще с кем-то поговорить можно. Кто со мной хочет пообщаться? Ты? Ты? You know Alfie, right? He's our handyman. Sit in the workshop. Ага, у вас есть неиспользованные очки навыков. Где? Выживаемость. Мы можем создавать сюрикены с тремя эффектами дополнительным. Замораживающим, горящим и взрывным. Лучше торговаться. Научитесь лучше собирать предметы. Создавайте больше предметов из тех же материалов. Ну, как-то я сюрикенами еще не пользовалась. А можно сделать цены в магазинах на 10 меньше. Давайте вот это вот. Все, больше ничего нет. Фух, отправляюсь. Отправляюсь. Так, вспоминаю. Фонарик на стрелочку вперед. Кстати, аптечки надо сделать. Надо сделать аптечки. У меня есть. Окей. Все, больше не могу сделать. Ага, тут я, получается, перещелкиваю на левую стрелочку оружие. Ага, вот так вот. На правую стрелочку выбираю. Нехай будет разводной ключ. Все, погнали. Нужно познакомиться с Раисом по заданию. Раис. Вообще Раис он как бы. Так, справа, я так понимаю, это... Ага, это людишки. А я могу, кстати... У меня тут есть ловушка, видите, по карте. Я могу ее включить. You just screw up everything you touch, don't you? I'm working on it. Would you just back off? Ладно, лучше с ними не связываться. И знаете, что еще я поняла? По предыдущей серии, что если я вижу на карте, это тоже зомби, а это все зомби, вижу на карте домик, безопасную зону, я обязательно, оу, и не потеряла здоровье, я обязательно должна его зачистить, чтобы на всякий случай, блин, а что оно синим горит? С ними как-то разобраться надо, или что? Я не со всеми обозначениями на карте еще ознакомилась. Если я активирую световые ловушки. Ой, хрена вас тут. Типа они потом все время действуют или как? Ничего не понимаю. Опа! Вот так вот. Ой, по карте все вроде бы чисто. Домиков никаких не вижу. А хотелось бы, кстати, увидеть, зачистить один. Безопасная зона, это моя. Да блин, задрались этим совместным режимом. Пока что не хочу. Большая шишка, ни хрена себе. I think
think Brecken blows your skills way out of proportion. You want something, pal? Yes. It drives me up the wall that people consider you to be the best runner in the tower. It's always been me. Да я не best runner in the tower. Let's settle this once and for all. Show me what you've got, Crane. Prove you're faster than I am. Unless you're scared. Are you? Да я не боюсь, я не хочу тебе что-то доказывать. Испытание какое-то. Ага, еще и на время, иди ты вы нахрен. Оу, какая прелесть. Какая прелесть. Ох, ни хрена себе, тут кач какой-то сидит. Тут что? Можно присесть с вами? Молодой человек, за компанию. Нет. Ах, какая-то группа одиночек. Все поодиночке сидят. Ладно, здесь безопасная зона. Будем знать, что тут еще братишки наши сидят. Если что, я буду не одна. Надеюсь. Слишком много зомбарей. О, хорош! Думала, не допрыгну. Говорит, best runner in the town. Я только вообще сюда пришла. Меня уже тут кем только не называют. Задания все дают, доверяют максимально. Ну как так? Это не жизненно. В жизни не так все. Какой-то чел левый пришел, ему сразу все самые важные миссии дают. Кто еще, как не мы? Ну вот я ее включила, эту ловушку. Они теперь типа пойдут на нее? Они что, стоят, ни хрена не делают. Зомбари гребаные. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Ага, хорошо, что вы это раньше сказали. Подкрадываться нельзя, надо идти напрямую. Ну хорошо. Тут просто куча зомбарей. Активировала. Don't shoot, нет. Don't shoot! Hands up! What the fuck do you want? I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? Alright, what do hey! You want? Come to make a deal. Я разговариваю вообще-то, не мешай. The kind I make with Rice, not with his flunkies. Alright, let him through. This ought to be entertaining. Хорошо, можно зайти? Сейчас, подождите, ребята, я залутаюсь. Не зря я тут сюрикен потратила. Ну, кстати, прикольно сюрикена стрелять. А, вот сюда вот. Или нет? Я думала по-человечески зайти через двери. А можно... Вот безопасную зону. Все, ты меня поведешь? Камон, братишки ж. Нет? Левый тип зашел. Они его пропустили, даже без солдат. Почему они все такие добрые, не знаю, наивные, что ли? А если мы с бомбой пришли? Где главные? Главный паркурщик этого города пришел. А он сидит. А, он стоит, не сидит. Haven't I seen you somewhere before? Вот встретил теперь. Very simple. Your right hand or your left? Left. Жесткий тип. Was that my left or your left? Чё, а чё Крейн рыпается? Мы вообще не знаем этого чувака. Может, он реально заслужил. А если и не заслужил, то... You have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal. A deal. For fantasy, no doubt. Desperate times. Фига себе, у него татушки. And what do you offer in return? Hmm? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Какая верность, ты чё? Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some antazine.
Так, только understood? Хорошие дела мне давайте, неплохие. I don't seem to have a choice. Perceptive. Пиджачки такой серьезный. Моя левая или твоя? Так я не поняла. Познакомиться с Райсом. Еще какой-то груз упал. Давайте за грузом сбегаем. Я не понимаю, что у меня... Что у меня дальше этот... Отвалите, отвалите, отвалите. Ну, далеко этот груз? Ну. Установить точку маршрута. Относительно, кстати, недалеко. Только вот я не понимаю, это выше или ниже. Ага, выше. Выше, выше. А как мне выше подняться? Да там уже кто-то есть. This doesn't concern you. Можно с ними как-то разобраться? We cleared the area of the infected, but you never can tell if those monsters. Get that bastard! Да я просто смотрела на вас, мужики. Ой, я застряла. Что такое? Yeah, that's right. You better run. А если я их убью? А так можно? Понятно. Зря сюда бежала. Груз отобрали. Даже если я бы с ними сразилась, у меня какой-то гаечный ключ паршивый. Отсюда теперь слезть. А их трое. И у них какие-то там супер палки. У меня такого нет. Что за место? Я не понимаю, почему у меня дальше висит отметка. Куда побежала? Румчик, парирам. Все, вы меня не видите. Познакомиться. А где мне с ним знакомиться? Вот тут? А. Убежала, хрен знает куда называется. Зачем? У меня был разговор с Райсом. Джейд Рава, он психопат. И да, это он поставил БГМ. Теперь мне придется сотрудничать с этим куском дерьма, и не только ради задания. Но потому что его склады буквально ломятся от бензина. Гребаный вирус. Па. Tower trash. Чу-чу-чу. Пообщаться не хотите? You and I could be real good friends. Интересно, это сарказм или... There you are. Rai said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly?
You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Okay. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. And if I do this, I'll get the antennas in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Знаете, на кого он похож? Актер, который Дракулу играл, вот относительно новый фильм, не старые фильмы. Блин, он еще в этом, в «Хоббите» снимался. Во второй части, там, где они пришли в город рыбацкий. Ну, вот этого вот актера. Так, а ты что-нибудь продаешь? Меняться. А у меня ничего нет! А, нет, есть. Я перепутала. Сигареты. Продать все. Так, остальное я оставляю. Суперкровопускатель. Чертеж суперкровопускателя. Эффект кровотечения к холодному оружию. А как это все делать? Рыбацкие ножи. Ладно. Блин, я теперь жалею. Я теперь жалею, что я с бандитами не разобралась. Я изначально еще подумала, что, может быть, если я с ними подерусь, он как-то мне что-то скажет, типа... Just met a guy named я тебе доверился, а ты побил моих. Я познакомился с парнем по имени Карим. Он вроде как дворецкий у Раиса. Или старший блюдолиц. Я не знаю. Карим получил мне починить антенны для Раиса. Все лучше, чем быть мальчиком на побегушках. Ну, это мы тоже на побегушках. О, еще идти в ВГМ отчитываться. Перед ними. Так, что-то я вообще бесстрашная. Бегаю тут туда-сюда. Я знаю, почему такая бесстрашная. Пока вот этих вот чепушил ночных нет. А они тут самые жесткие. О! Это мне. Нет. Кул. Открываем. Чё тут? 7 сюрикенов осталось. О! Мешочек какой-то с чем-то. Батарейки. Все залезли. Почему именно здесь им надо связаться? Там же тоже высоко, где я была. Крейн. Report. Just met Rise. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Найдите антенну. Найдите антенну. Там он какой-то большой зомби. Самое главное, чтобы не было вот этих вот красненьких. О, дом. Иду освобождать дом. Сначала дом, потом дела. Какой эти Аль Капон? What exactly am I doing? Radio communication has been pretty spotty in the quarantine. These modulators will help boost the signal, so Rise can communicate with Atlas at the far reaches of town. А, тут как будто жрут? Well, that's a benefit for everyone, not just Rise. Perhaps. But the Emperor Хорош. Must monitor his empire. Like this, you fuck! Фух, я думала, ты меня начал бить. Бьи. А то зомби сзади были. Я ж прослушала. Бляха, ты дурачок? Хорош. Ну,
What the fuck do you want from me? Я вообще-то шла по своим делам. Откуда ты тут взялся? А, все, он спрятался. Можно в мусоре еще копаться. Такое себе занятие, конечно. Survivals inside. Окей, а как мне сюда забраться? Ага, вижу. Бачу. Оп! Давай, давай. А, не падаем. Хорош. Хорош. Вы находитесь рядом с неактивной безопасной зоной. Это я поняла. На эту же неактивную зону еще надо как-то забраться. Но как? Как это сделать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут это повыше вроде бы, да? Хорош. Ага, вижу. А, нет, 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 нет. Нормально. А сколько их тут? Еще надо попасть. Воу-воу-воу. Отбегаем. Отбегаем, Крейн. Так, один сдох. Да не то. Вот. Сюрикены. Хотя, наверное, лучше их так не тратить. Е-е-е, хорош. Больше никого нет? Все, я активировала зону. Надо еще электричество включить, но я не вижу. А, вот где-то тут. Где щиток? Вот он. Фух, плюс зона. Если что, можно будет убежать. Тайник. Атлет. Ну, мне, кстати, нравится то, в котором мы сейчас бегаем. Вот этой вот, в бледной тени. Урожденный остряк? Можно, конечно, обратно в ниндзю. Ниндзя это жестко, конечно. Все, всех тут лут взяла. Сюрикены жалко. Они классные. Так вот, если на расстоянии отходишь. О. Балдеж. Все, убегаем. Еще один дом. И где он? Отвали. Тут прям чепушил много. Ой. Убегаю. Прямо в бошку. Хорош. Нет, только не говорите, что я сейчас сдохну. Хорош.
сколько их тут? Сюрикены топ. Чтобы попадать? Есть. Есть. Хорош. Включаем свет. Не поняла. Это был не дом? А что это за место такое? Поэтому их тут было много, ну ё-моё! Я, как обычно, не заметила. Чё тогда не заметила? Пакетики мне зомби поставляли. Класс. Так, тут, тут тайничок. Если что, можно поспать. Ой. Хрена себе, чё вы такие электрические? Все кину сюрикеном. Вы в безопасной... А, я не могу драться пока в безопасной зоне? А, здесь... Я не пойду туда. А это что за значок? Показывает что-то ниже. Это вход в подземку? Интересно, я такого одного смогу завалить? Ладно, это какой-то лут, походу. Kareem, I'm at the first antenna. If the power's not on, you'll have to turn it on. There'll be a switch in the small building at the antenna's base. Вот это вот антенна, ни хрена себе она большая. Рядом дом. Основное питание антенны включить. Ага, ну тут снизу. Оу! Какой-то новый зомбак. I'm shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Фу. Я не хотела использовать аптечку. Идите все туда. Давай, 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 давай. Ой. Ой. Капец, тут миссия. Идите все туда. Давай, давай, давай. Где? Хорош. Сейчас мне по шапке перелетит, да? Этот дурачок не может зайти. О, может! Нет, нет, нет! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Дайте, я уйду! Все, меня зажали. Все, меня зажали, я сдохла. Меня зажали.
пакеты есть? Капец, капец. Смогу убежать? Нет, не смогла убежать. Нет! И очки выживания минус. Да за шо? Чтобы отвлечь прыгунов, используйте взрыв-пакеты. А, кстати, можно было использовать взрыв-пакеты. А все, что я потратила, у меня вернется? Ну, ты можешь запрыгнуть? Не, аптечки я не смогу сделать. А, и взрыв пакета я не могу сделать. У меня ничего не осталось. А как мне теперь? Еще и очки забрали. Балдеж. Меня шибанет током? Он не может двигаться. Теперь может. А как? Ладно, все, пока, чел. Видимо, я туда не пройду. Мне сначала надо как-то залутаться. Деньги. Больше и больше. С этим громадным я не смогу бороться. О, трава какая-то. Она мне там для чего-то нужна. Ага, тут дверь открыта. Все сохранилось. Все сохранилось так, как я делала. Хорош. Бля, все равно живет. Место живучее! Алкоголь есть. Вот этого вот надо выманить. Чепушило. И нельзя, чтобы он попадал по вот этим вот бочонкам. Тут всего лишь 3 зомбака. Отбегаем. Больше никто не выйдет. Конечно, еще вот повыходили. И вот еще. Спокойно. Мне с этим надо разобраться. Что ты тут стоишь? Так, спокойно, иди сюда. There! The power's fucking on! Good. Now head up to the top. Теперь поднимайся наверх. Все, я включила питание. Но сейчас это показалось намного проще, чем было в предыдущий раз. Почему-то было очень много зомбарей. А, ну хотя, с другой стороны, я ж...
этот, попала в машину, машина взорвалась. И посбегались все, кто были рядом. Окей, окей, хорошо. Так, заменяю оружие. А как дальше? Ого, хорошо. Главный паркурщик. Как там нас еще называли? Суперзвезда. Батарейки. Зачем мне батарейки? Сейчас что-то произойдет. Ну, цепляйся. Выносливость. Так. Опять упал где-то антизин. Где-то упал антизин. И я его не смогу подобрать. Все, в следующий раз, если буду видеть бандюков... Тихо. Я что, застряла? Да, я застряла. Хорош. Было бы жестко, если бы я упала. Ух, еще выше. Ого. Капец. Плюс в комменты, кто боится высоты. Ой. О, класс. Надо научиться этим больше пользоваться. Так, вот она вышка. Ну. Икс не высвечивался. О, shit. Kareem, someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Вот этот вот. Это восток получится. А, он еще safe zone. О, капец. Надо сначала хату освободить. Увидел цветок. Попытайтесь занять ее. Ага, как я здесь займу зону, если тут вот это вот чепушило? У меня ни сюрикенов, ничего нет. А, подождите, может его выманить? Надо их выманить. Надо их выманить сюда. Вот этого, по крайней мере. Давай, 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 давай. Я не хочу.
Прямо отсюда. А сюрикены есть? Молот каменщика. Простой молот. Ограничено по времени предложения. А, это чертеж мне продают. Давайте купим. Ценности, улучшение оружия, детали для сборки, это я продавать не буду. Армейская лопатка, урон 63, прочность 37. Ремонт и 3 раза можно починить. А сюрикенов-то нет. Ладно, давайте молот купим. Чертежи. Суперопускатель. Хотите, чтобы враги буквально истекали кровью, а кто не хочет? Следуйте этим несложным инструкциям, чтобы узнать, как этого добиться. А, холодное оружие, метательные детали. Давайте создадим. Мы можем к вот этому вот суперспускатель к простому молоту сделать. Окей. Урон 39, так, тут все одинаково, в принципе. Давайте и там сделаем. Все, не хватает. Не хватает. Уровень ловкости поднялся. Угу. Сбивайте врагов с ног ударом в прыжке. С разбега. Ну, блин, к этому надо еще привыкнуть. Ваше тело становится крепче. Вы восстановите здоровье на более высоком уровне. Вот это мне нравится. Перепрыгивайте врагов. Для использования нажмите РБ, когда бежите к врагу. Давайте сначала восстановление здоровья возьмем. Так. Ваше тело становится крепче, может выдержать больше урона. Поразите метательным оружием до 3 врагов за раз. А у меня как раз нету метательного оружия. Оно закончилось. О, бляха, как это далеко. У меня так хорошо получилось его сначала оттуда, этого здоровяка, выманить. Чего вот эти вот тут стоят? Надо как-то прыгать по каким-то предметам. И тогда получится забрать тут лут. Hey, Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably, die horribly. Один сейф зон. Тут же рядышком где-то... А, вот она. Она с той стороны. У меня больше выносливости. Что, спрыгивать не будешь? Ого, какой приличный зомби. Это оружие. Перехвалила. Серьезно? Это нечестно. Я закрыла. Его тут не было. И как тогда? Его вообще получится убить? Его надо ударить, чтоб он умер. Хорош. Кнопки
перепутала. Воу! Ну! Так, крутись, крутись. Уходим. Уходим. А чё, я умерла? Почему я умерла? Я сама взорвала бочку. Молоток хоть остался? 125 здоровья теперь у меня. Пиздец, как теперь чистить, очищать ту зону, если мой план не сработал? Я его выманила. Блин, еще и потратила здоровье. Аптечек ни хрена нету, взрыв пакетов никаких нету. Где лутаться? А он может в этом. Тут есть. В автобусе. Кто-то кричал get away from... Ага, вижу. Хорош. Спасибо. Cigarettes. Так, тут рядом где-то... Ага, рядом это тут тот дом, откуда я пришла. Нечестно. No entry. Почему? Spike, it's Crane. There's a building here covered in quarantine tape. You know what it is? I sure do. You're looking at the original quarantine ground zero. Ой, все понятно. Значит, сюда нельзя заходить. From the hospitals when the outbreak started. Things fell apart pretty quick, and the building was abandoned. Понятно, там полно кусок. Chock full of miners, but it's also chock full of supplies. Even Rise's people haven't been able to crack it. Блин, я огорчена до сих пор. Почему так? Почему так, сука? Я выманила того здоровяка. У меня была схема. У меня был четко выработанный план. Бляха, как вы задрали. Отвали. Все, потеряла. А после, получается, того, как тебя убивают, дверь закрывается. Ну, этот здоровяк там остается. Почему так далеко? Это надо занять. Это вы... О! Хорош. Все, меня потеряли. Ты не встанешь. Лежать. Ах ты... Сколько вас тут? Падла, сверху кусака еще. Не сдохни, сдохни! Падла, какие они приставучие. Все? Никого нет. Никого нет, хваладимся! Можно лутаться спокойно. Зарабатываю очки. А,
которую потеряла. Сколько тут потеряла? 1200 очков. Или больше. 1800, наверное. Опять классики. Все, можно уходить. Кстати, а как тут еще этот смотреть сутки? Сейчас типа закат. Ой. Можно открыть. Лучше этого не делать. Когда будет ночь? Нигде ж нет времени. Ой. Ходят, меня ищут. Так, ну я спокойно. Я себе тут открыла. Найдена новая зона карантина. А, вот она. Да ё-моё. Я спокойна, что здесь у меня есть место для сейва, если что. И далеко бежать не надо будет. Если меня убьют. Вот она, вышка. Крим, я встретил вторую антенну. И ограда электрифицирована. Я думаю, кто-то внутри. Это будет Алексей. Probably his son, Crystal. I find them tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. А чё эти так быстро убились? Проверьте вторую антенну. Danger. Надо ещё как-то зайти сюда. The night's coming, guys. I repeat, the night's coming. Get back to the tower while you still can. Пока есть возможность, идите к башне. А то что тут за дом? Я смогу сюда зайти, это будет мой дом? Как сюда забраться? Сейчас меня убьет, да? Где-то пролезть можно. Проверьте вторую антенну. Воу. Как это сделать? Как это сделать? Тут можно пройти? Как сюда забраться? Ничего не понимаю. Тут домики есть. Может как-то под землей пройти? Да ну нет, это ж бред. Нету, не допрыгивает. А, я поняла. Бляха, отвали, пожалуйста. What the fuck do you want? Класс. Класс, у меня нет здоровья тут. Не могу залезть. Как-то так? Угу, я поняла. Я поняла. Он не лезет! На наверх. У меня кнопки не работают. Что не так? Ладно.
Вы сюда забраться сможете? Вы в безопасной зоне. Ладно, ребята, давайте мы на этом остановимся и продолжим уже в следующей серии. Почему-то у меня тут ничего не клацается. Ничего не нажимается. Записка какая-то. Кстати, где записки читать? Раздел инвентаря в меню игрока. Может быть, надо подождать, пока наступит утро, и можно будет лезть? Я вот тут... или вот тут. Ладно. Все, точно заканчиваем. Все плейлисты находятся в описании. Надеюсь, вам понравилось. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.